Я очень много смотрел картинок, так скажем. Значит, были какие-то детские книжки, типа там, ну, правда, книжки хорошие были, там в исполнении Маврина, Чарушина, еще какие-то. А была россыпью большая советская энциклопедия с розовыми такими. Ну, знаю, кто интересовался, знает. Там была масса интересного. Такие картинки, такие фотографии и рисованные, а некоторые особенно произведения искусства, живописи, они с папиросной прокладочкой было. Вот. И не умея читать, и не зная, что это, можно было вообще часами просто вот эти тома ворошить. То есть вот для меня самое первое впечатление, это, конечно, вот визуально, это картинки. И запомнились, конечно, вот эти вот всякие Чарушинские, Мавринские, кто там еще был, Конашевич. Такие вот. Ну, в общем, это первые впечатления были чисто визуальные, потому что особо никто не читал. Ну, если там Колобок почитают или Теремок. Вот. Ну, вот это вот первые впечатления визуальные. А, ну и потом там были еще, конечно, их не так много, но запомнились фотографии чисто архитектурные. Ну, потом я уже задним числом вспоминал, господи, так это же Адмиралтейство, мне тогда так понравилось, как снято. Традиционная точка, это со стороны Дворцового проезда, да, вот эта перспектива. Ну, в общем, вот это визуальные такие первые самые яркие впечатления. В конце 45-го мы вернули, меня привезли из эвакуации, это был 46-й, 47-й, примерно 4-5 лет мне было. 5 лет я вдруг читать научился. Почему-то сам так как-то раз. Мне сказали, что это буква А, это буква М. А я как-то что-то там щелкало, щелкало. Вдруг они стали в слова складываться. Вот думаю, господи, боже, ну что тут мудрено? И стал читать. Вот. Но все равно первые, самые такие впечатления, это, конечно, визуальные, это картинки. Картинки, картинки, картинки. Родился-то я в Вологде, в эвакуации. А родители мои, они где-то в 20-е, 30-е годы, они из деревни сюда в город сбежали. Отец в армию, а мать, она через детский дом, она закончила технику медицинский, она работала в госпитале военном. Они познакомились у отца на родине, куда мать после техникума распределили. А отец сюда приехал на побывку. Это Псковщина, недалеко от Пушкинских гор. Отец здесь был, он занимался, он был в этих самых, в инженерных войсках, они строили вот эту самую дорогу жизни. Потом, вот, они не очень много рассказывали про войну, очень, очень как-то так. Вот. А мать в госпитале в Вологде работала, но она была очень такая крепкая деревенская девушка, она там кровь сдавала, медсестрой работала. В общем, там это, видимо, помогало выжить, то, что она сдавала кровь. До войны, значит, я уже существовал. Ну, еще, значит, это Фонтанка 90, это казарма какого-то полка, я уже забыл какого, где квартировался отец, и там у него была служебная военная площадь, а мать неподалеку военно-медицинской академии этого работала. Так что вот, можно это считать, что я коренной ленинградец, если я был задуман на Фонтанке 90? Школа, друзья, двор. Вот. Ну, в общем-то, совершенно обычное, никаких таких событий ярких не было. Вот. Ну, в школе появилось совершенно новое нечто. Это помимо родни, потому что родни было очень много. Самая эта семья отца, она перетащила в Питер практически всех своих сестер, братьев, племянников, их было очень много. И, ну, там семья своеобразная была, потому что, например, у меня были двоюродные братья, ровесники моих родителей. То есть там у них рожали до каких пор, девушке непонятно совершенно. Вот. И было очень много двоюродных сестер. Потом оказалось, что
мои ровесницы, они мне приходятся племянницами, там, двоюродными внучками вдруг оказались. В общем, это было... Ну вот после войны собирались большими компаниями, это было принято складчину, все праздники там. И на 1 мая, и на 7, и на Пасху обязательно, это на Новый год. Ну, Новый год это вообще, ну, брашка варилась. А жили мы, сначала мы жили на Манежной площади, вот там в коммунальной квартире. А потом дали жилье на Измайловском проспекте, дом Горновского, если знаете. Ну и дом Горновского, во-первых, напротив был Троицкий собор, очень такая вещь примечательная. И в детстве, ну это уже когда повзрослее мы были, уже в школу ходили. Значит, там, ну помнится, что один куполок был на боку. В большом барабане была дырка от снаряда. Его в леса одели, а в это время там были складки на прокаты. И весь Ленинский район пропах дымовухами. Ну, естественно, туда пацаны забирались, таскали. Какие-то ушлые ребята, кусочки тарзана или кусочки падения Берлина, они продавали там. 5 копеек, 10 копеек. Ну, а дымовухи это, конечно, просто было. Потом это дело прикрыли. Там, по-моему, складки был этих самых декораций театральных. Каждое лето я проводил в городе. Что-то не было никаких. Мать меня не хотела ни в какие лагеря отдавать. Круг моих ровесников, родственников, все как-то в городе вот что-то там тусовались. Ну и болтался по городу там вот в ротах. Там уже школьные потом друзья появились. Международный проспект, проспект Сталина, там Техноложка, весь этот квартал, где самое, институт метрологии. Ну, как-то по городу так перемещался. А потом очень часто родственники брали в гости погостить там на день-другой. И это было событие. Это трамвайщики через весь город. И вот хорошо, если удается к окошку прильнуть. И вот по городу проезжаешь. Ой, ой, ой. Потом вдруг все это вспоминалось как-то. А потом, когда уже немножко... Ну, сама... Сначала непонятно, что это такое. А потом, когда вот книжки стал рассматривать, потом одно время, где-то в классе в 5-м, открытки стал собирать. Виды Питера, исключительно виды Питера. Вот выясняется, что это, оказывается, Адмиралтейство, а я увидел живьем. А это биржа, а мимо проезжали. По Невскому проезжали, а там кинотеатр «Октябрь», и там по вечерам лампочки вот так вот бегают. Тогда еще было очень интересное впечатление. Если у меня особенно такой был дядя Нестор, дядька мой, он жил на Охте. Он меня часто брал, значит, в преддверии банного дня вечером. Садились мы с ним в трамвайчик, и он меня вез через весь город на Охту. Это была, конечно, такая поездка. Вот. Но он там тоже жил в каких-то казармах. Ну, в общем, город как-то вот... И потом, даже когда я стал постарше уже, я на лето никуда и не хотел уезжать, тем более где-то в 5-м или 6-м классе отец мне велосипед подарил. Я просто колесил по городу, не зная толком, что, как, чего. Но я сам все это откладывался. А потом, когда стал интересоваться книгами, там что-то читать, оказывается, я это все живьем видел и мимо проезжал. Тогда физику начинали преподавать в школе с 6 класса. И только с 6 класса можно было записаться в фотокружок. Значит, ну, естественно, в классе там поголовное увлечение фотографией. Значит, у кого-то есть любитель, а пара ребят, у них отцы привезли трофейные. По-моему, Цейсеконт называлась эта камера, да? Вот. Такая раскрывается. Вот. И вот мы начали с ней. Ходили в какой-то кружок, там, в дом учителя ходили, да.
Ну, почему-то быстро все оттуда мы ушли. Да даже не знаю. Ну, может, мы посчитали, что мы вот самое, посмотрели, что-то научились щелкать, ну и хватит, все, мы уже фотографы. Пленку, значит, с бачками, бачками проблемы. Значит, покупали эти пакеты с проявителем, разводили и в глубокую тарелку это наливали, пленку эту роликовую доставали, ее как-то так исхитрялись. И вот таким образом ее там полоскали. Значит, у меня было много фотографий. Значит, и все это у меня хранилось в мастерской, в такой сумке большой, маминой. А меня там периодически соседи заливали. Раза три, наверное, там были просто катастрофические. И вот такая сумка, она после такого одного происшествия, это был просто вот. Вот. Потом мне самое, у меня брат, когда в 4-м году, Царство Небесное, умер, младший меня брат был. Его жена какие-то фотографии мне привезла, но я их еще не разобрал. Очень может быть, что там что-нибудь может из этого времени сохраниться, но групповой, в одиночку там. Мы с моей племянницей там что-то изображали, какой-то конструктор себе. Ну, в общем, вот такая фотография. Но все равно это было чудо, что приехала. Дядя Леня приехал с фотоаппаратом, нас поснимал. Ну, в общем, ну, вот такой интерес к фотографии был. Ну, а после этого, значит, какое-то время только снимали друг друга. Ну, школьных друзей какие-то события. А такой серьезный интерес к фотографии... Это где-то был у меня приятель, тоже Царство Небесное, ушел недавно из жизни, тоже заболел как-то неожиданно фотографией, и советское фото вдруг стало выходить, это 57-й год, возобновили. И потом однажды мы наткнулись в киоске, вдруг такой побольше формата журнала, написано «Фотография». Это был первый номер на русском языке, чешское фоторевью. Это был, конечно, шок, это было нечто. Это просто. Вот. Потом, примерно в это же время, мы стали с приятелем заглядывать. Тогда это было на, как это сейчас называется, улица, раньше она Бродского называлась, а сейчас вернули ей название, как она называется, я уже забыл. Но это от Невского к Русскому музею идет. Был магазин демократической книги, а там продавались чешские, в основном чешские, какие-то маленькие альбомчики, посвященные какому-то мастеру, притом с мировым именем фотографии. Но это вот такое было какое-то все, открытие фотографии. Знатоки, любители фотографии нет усилий, представляют. Она как-то... Так жалко, что она скисла, потому что начали какие-то там дизайнерские стали немножко по-другому, и как-то обаяние вот этой серии, оно пропало. Вот. Ну и кроме того, там, ну это уже долго мы этот магазин посещали, и там потом стали появляться вполне по доступной цене какие-то альбомы. Но это уже когда в институте учился, потом, когда на заводе работал. Это такое вот образование в виде... литературы. И кроме того, опять же, угол Невского и улицы Бродского тогда, «Союз Печать», где торговали журналами и газетами стран народной демократии. И там регулярно появлялись журналы фото, самое, ГДРовское, венгерское, еще какое-то. Вот. Можно было ухватить, если там регулярно навещать этот киоск. Но это вот, потому что в советском фото этого, в общем-то, ничего не было. Один раз в советском фото у нас фестиваль молодежи и студентов. Там была какая-то гигантская фотовыставка. И после этого в одном из номеров журнала «Советское фото» был большой обзор этой выставки. И с примерами там формализма, еще что-то. Ну, в общем, такая. Но там, конечно, фотографии тоже была подборка. Хочешь, не хочешь, но да, это формализм, да, это не наша фотография.
Но это безумно интересно и совершенно. Оказывается, можно и так же фотографировать. Вот такие вот вещи. В институте, значит, сейчас надо вспомнить. А, ну мы с приятелем, с моим, который тоже фотограф, любитель тоже, мы с ним что-то стали какие-то вроде фотоэтюды изображать, что-то там ходили по польскому садику, какие-то этюды. Но это все такое. В основном мы смотрели, читали и рот разевали. Что такое вообще фотография настоящая? Вот. Какие-то робкие попытки были, когда в институте учился. Значит, ну я в институте был вообще таким достаточно раздолбаем, особенно на первых курсах. Там к третьему, четвертому курсу пришло понимание, что хватит дуремаяться, надо все-таки... Не зря все это дается, и надо всем этим запастись перед выходом в жизнь. Вот. И там в многотиражке перестроился, дали свободное расписание. А это только на войну надо ходить в обязательном порядке. Военная кафедра там была. Вот. И там очень хорошая компания была в редакции. Такие ребята. Ну, там военмех, он вообще немножечко такой был в стороне от общего, ну, что ли, как сейчас говорят, от общей ситуации. Ну, во-первых, он подчинился Министерству обороны, поэтому там он был очень закрытый, очень-очень просто секретный. Вот. И там такие разговорчики мы вели просто, ну, такие совсем-совсем. И на все это дело там смотрели сквозь пальцы, потому что, ну, как-то считалось, что для тех людей, которые вот занимаются этой техникой, вообще вот техническая интеллигенция, значит, как-то вот. Ну, вот там как-то стал потихонечку чего-то. И вот первые фотографии, которые даже вошли вот в книжку первую мою, которую издательство «Кола» сделало, там есть фотографии, которые как раз сделаны, когда я учился в институте. Я бы не сказал, что я начал серьезно фотографировать. Я всегда считал, что фотография, вот то, что мне нравится, это как-то так, ну вот, черт не знает, ну вот щелкну, а вдруг что-нибудь выйдет. Ну не вышло, ну и... Потому что, в общем-то, настрой был такой, что надо учиться, и потом надо работать, и надо обеспечивать там уже и семью. И... То есть сказать, что вот, оголтело самое... фотоаппарат в зубы и снимать, потом что-то там самовыискивать какие-то. Такого ощущения не было. Может, хочется что-нибудь поснимать, просто бродишь по городу. Особенно, когда маленький сын был, с коляской выходишь, особенно в зимние, там, в Коломне, где гуляешь по зимней. Ой. Ну, это все. Ну, снимешь-то, потом это надо проявить. Ну, в общем, это... То есть занятие фотографией такого систематического не было. От случая к случаю. Кадрик сделаешь, ну, лежит. Вот. А, ну, в институте там у нас само несколько человек, мы что-то собирались, что-то обсуждали. Там даже какую-то выставочку сделали в институте, повесили. Вот. Ну, в общем, вот такие занятия фотографии. Сказать, что целеустремленно я этим занимался, что это была главная моя вот болячка, заноза в башке, это я не могу сказать. Что все равно вот это было заложено, что все-таки надо, черт возьми, доучиться, и надо потом работать, зарабатывать. Ну, в общем, жизнь строить такую вот. Вы знаете, студенческие годы, я вам скажу, что город воспринимался гораздо, я бы сказал так, реже. Потому что очень много времени уходило, во-первых, в институте. Мало того, что хочешь, не хочешь, все-таки учиться надо было, там хоть и свободное расписание. Потом много времени, вернее, существенное такое было заполнение времени. Это общение с друзьями, просто общение.
то, что вы тогда много читали, много видели, много слушали те же самые голоса. Вот. Ну, как-то самое... На город особо очень редко. В основном, если мы там с друзьями выходили поболтаться, то это в районе Загородного проспекта, там Фонтанка. Но при этом город как объект фотографирования очень-очень редко так это как-то заинтересовал. То есть фотография действительно это было хобби. Есть возможность, случай, что-то фотоаппарат в руках, и вдруг тебя кольнуло, ты, ох, господи, это уже, это ж надо снять, а вдруг... Вот, но это опять же к тому, что фотография, она не все время была, так сказать, у меня на переднем плане, на первом плане. Потому что казалось, что тогда общение с друзьями, общение, какие-то новые книги, какие-то там, я не знаю, тогда вдруг увлекся изучением истории искусства. Ну, в каком смысле? Думаю, черт возьми, Эрмитаж. Какой-то даже купил маленький путеводитель по нему, там, начал разбираться. Голландцы, фламандцы и прочие. Вот такие вещи захватывали. Но единственное, что, по-моему, из того, что во мне выжило, то, что чем дальше, тем больше и больше, стремление к максимальному лаконизму, как можно меньше вообще желательно элементов в кадре. И все-таки как-то скомпоновать, чтобы они вот сложились, чтобы это была вот картинка такая. Может быть, даже не важно там содержание, важно, не важно, а вот что-то такое. О, как это возникло, я даже не могу сказать. Теплый гранит, например, потому что наш дом стоял на углу Фонтанки и Измайловского проспекта. Прогулки, ну, по Фонтанке мы там шлялись, там Измайловский сад, это место было вообще такое. Особенно по осени, когда там кинцо гоняли, трофейное. А летом там какой-нибудь Утесов выступал, еще что-нибудь. Ну, и по набережной Фонтанки там вот эти столбы, вот, особенно летом вот они какие-то теплые. Решетки такие. Ну, не знаю, вот как, любовь к таким деталям вот тогда она, может быть, проявилась. Когда набережную там стали ремонтировать, разбирали буквально вот эти блоки все, сняли, их надписывали по номерам. Мы там с пацанами эти блоки вот просто, вот, ну, вот, я не знаю, вот, щупали как-то. Вот, что была набережная, теперь вот ее разобрали по номерам, а потом ее опять... будут складывать. Ну, не знаю, вот как-то... Ой, не знаю, не могу вот сейчас вот воспроизвести, почему, откуда появилась вот эта любовь именно к деталям. У меня был роскошный приятель в институте такой, Валера Бульба. Вот. Он тоже, в итоге он с инженерным делом завязал, он пошел, закончил МУХу, стал дизайнером. Вот. А у него был хороший приятель, был такой, как же его фамилия, по-моему, Олег Макаров, был фотограф, он снимал музыкантов. Всех великих композиторов он снимал у нас в Большом зале филармонии. У него был приятель, который сажал его за органом, и он через какой-то проем из-за органа снимал всех великих, которые тогда были. Классные совершенно фотографии там. Особенно Рихтера у него были просто. Вот. Ну, Валерка тоже он немножко фотографировал, потом говорит, слушай, так вот посмотрел, говорит, ну что, ты занимаешься тихонько? Сходи в фотоклуб Выборгский. Вот, я туда походил, посмотрел, что там делают. Было очень осторожно, потому что мне показалось, что это... Там тебя в какие-то рамки засаживают, и что-то как-то вот... Самое... Ну, в общем, я туда недолго походил, несколько фотографий я там на пару выставок давал, даже какой-то там мне... присудили какой-то дипломчик. Но потом тоже как-то остыл к этому, потому что
Но жизнь была такая, что заниматься этим вот в том объеме, как надо было бы, просто возможности не было. 66-й, 65-й, 67-й, вот такие годы. Там еще был какой-то, я помню, что в эти годы был юбилей. То ли революции, то ли Ленина. Ну, тогда вот некоторые вещи, оформление города очень многим нравилось, в том числе, ну, мы тоже были ценны, что, черт возьми, что-то не то происходит, но вот Ленин, это вот, конечно, и гигантские полотнища, особенно вдоль, помню, Каменноостровского, гигантское совершенно полотнище подвешено, только с портретом Ленина. А портрет Ленина тогда был в ходу, я уже забыл, кто из графиков такой сделал графический портрет. Современные графики, типа там, даже не знаю, Жолтовский, то еще Сайфертис, по-моему, такие. Кстати, в таком ключе вот портрет Маяковского на станции Маяковская. Вот в таком стиле. Вот. Ну, тоже как-то прошло время самое. Ну, на заводе чем больше работаешь, тем больше погружаешься в это дело. И там уже иногда становится просто, особенно когда в цехе работаешь, а там это оборонка, значит, там никаких рабочих часов. Вот ты пришел на работу в 7:30 смены, а во сколько ты уйдешь, это неизвестно. Если более-менее ничего, обстановочка, то, значит, уйдешь, как все, там около 4:00. А если какой-то там запарка или какой-то заказ, значит, вот начальник цеха ушел на совещание к директору. Вот когда он вернется, и если он разрешит, тогда ты пойдешь домой. Вот. Но это так захватывало, и, в общем, даже в этом был какой-то азарт такой, чтобы справиться с этой работой. Вот. Ну, а потом, к концу, вот, сколько я там, 5 лет на заводе отработал, да. Ну, что-то стало все давить вот это вот. Ну, не знаю. Ну, и решил попробовать. А, ну, потихоньку что-то я фотографировал, какие-то делал фотографии. Кому-то, я не помню, показал. А на Леннаучфильме был такой Женя Шлюглейт, оператор. Что-то он говорит, по идее, говорит, тебе бы надо... А, ну, мы все тогда по галону кино увлекались, конечно. Смотрели итальянцев там, ну, в общем-то... Он говорит, ну, старик, тебе бы вообще, говорит, надо было попробовать себя как-то в кино. Я говорю, ну, а как я? Говорит, ну, давай на студию, приходи к нам работать. Сначала ассистентом, потом посмотрим. И я пошел на Леннаучфильм ассистентом оператора. После 120 с премии в цехе на 70 рублей с постановочными изредка. 2 года там выдержал, но кормить семью было совершенно невозможно. Я уж там подрабатывал где-то. И клепать пытался где-то, и грузчиком на какой-то овощебазе. Но было немного. А потом появились в городе, вернее, вообще по всей стране, каждое министерство стало обзаводиться ведомственной киностудией. Во всех министерствах были. У нас в Питере была ведомственная киностудия от министерств, ну, в общем, от судостроения. Вот. И я туда попробовался. И там отработал я 5 лет, и очень-очень быстро все вдруг так совпало. Все стало получаться. Это был 72-77. Вот так вот. Оказалось, что вдруг камера для меня кинокамера не чужая. Она у меня в руках. Вела себя так, как надо. Может быть, это сказалось то, что 2 года на Леннаучфильме ассистентом оператора, а у меня великолепный оператор, с которым я работал. Это был парнишка просто. Во-первых, меня образовывал во всем абсолютно. В литературе, в живописи, в кино. Вот. И главное, он приучал к камере, как вот ее держать, как ее чувствовать, как с ней ручной камерой, как работать. Оказалось, что этого вот оказалось достаточно. Потом фильмы там снимались в основном технического плана. Какие-то новинки, какие-то там такие рекламные показательные фильмы. Оказалось, что инженерное образование пригодилось.
мне давали какую-то тему, и я не как баран на новые ворота смотрел, а я в нее очень быстро въезжал. Ну вот, пригодилось. И потом, значит, ну там было все по-серьезному. Надо было выбирать объекты съемки, надо было разбираться досконально в теме, выезжать на какие-то предприятия, там вести разговоры. В общем, это было такое, ну, не совсем профессиональное, но достаточно профессиональное кино, потому что аппаратура профессиональная, обязательно ассистент оператора, директор картины. Вот, и потом сам часто уже сценарии пишешь. Притом сценарий такого рода писать как раз у техническое образование, терминология, как-то тип изложения для инженеров, для техников, он, ну вот, там поработал. Ну, потом тоже что-то стало как-то кино, кинцо. А, ну, потом меня... Кинцо мне словечко очень нравится. Вот, а потом, значит... Снимали мы какие-то фильмы, озвучивали мы их все на кинохронике, на Крюком канале. Вот. Ну, там тоже общались. Там оказался приятель какой-то по Леночфильму, он там работал. Значит, и там даже мне предложили, говорит, не хотите ли к нам пойти в штат оператором, но на выезд. И с пропиской где-то там Бог знает где. То есть то, что мы там вот показывали, когда идет перезапись фильма, ну, там шастают все эти ребята, которые работают, и они заметили, что вот такое, смотри, какой кинцо он делает. Может быть, его... Вот. Ну, там все это страсть, роман с кино закончился очень просто, потому что я... Подумал всерьез о том, чтобы заниматься кино, но тогда для того, чтобы заниматься кино, надо было поступать в ВГИК. Поехал я в ВГИК поступать. Естественно, экзамены я все сдал, но я не набрал баллов. Вот. А потом где-то... Ну, там были уже друзья, знакомые, которые работали там или там в кино. Вот. И потом один из них говорит, ну, старик, говорит, ты вообще... Я уж не помню, как он сказал. Говорит, у тебя ж не было ни бумажечки, ни телефонного звонка. Что ты хотел? А это действительно там махровым цветом процветало. И у меня приятель с Леночфильма, мы с ним одновременно так совпало поступали, он... Мы с ним шли в одном потоке, сдавали экзамены. Значит, последний экзамен я как-то с трудом там что-то проболтался, а он просто завалил. Ну, мы уже были в возрасте, ребята, по 30, как-то все эти знания, они уже... Вот, на следующий день я его встречаю, говорю, Сашка, ну что, пошли за билетами? Да нет, старик, ты знаешь, я пересдал. И он попал в ГИК. Он, кстати, очень успешно потом работал на кинохронике на Ленинградской. Вот, ну, он, конечно, отнекился, у него папа просто был на центре научфильме известным оператором. То есть это было как бы на роду написано ему. Вот. Отличный парень, но вот. И после этого я кино остыл. Вот как-то так вот. Потом приятель предложил в этот самый Лезгов-то пойти работать. Там всем заниматься. И фотографии, и кино снимать, спортивные, учебные фильмы. Это очень интересная тоже оказалась тема, спортивные фильмы, там какие-нибудь самые новейшие элементы на перекладине. Это ездишь по каким-то нашим звездам со скоростной камерой, все это там в деталях снимаешь, потом какие-то исследовательские съемки скоростными камерами там были. Там было очень интересно, значит, у нас был пробивной такой человек в штате, в Лезгов там, Виталий Юльевич Гольштейн. Вот. Он прошел всю войну артиллеристом. Тугой на ухо стал. Но он много лет работал, вот этот полигон на Ржевке.
он там занимался всякими вот скоростными съемками, когда самое снаряд вот так вот. Он в этом деле был дока номер один в Питере. Вот. И, значит, он пробивал для этой заштатной лаборатории в Институте Лезгофта скоростную аппаратуру для скоростной съемки для исследования спорта, допустим. И вот тут было интересно. Значит, их делали, эти камеры, только на Кинапе в Москве и только по какому-то согласованию в Министерствах обороны, еще что-то как-то он все это пробил. Купили там эти, я не помню, КС-1 или КС-2. Мы счастливы, привозим эту камеру, она не работает. Кончилось тем, что у нас был знакомый очень хороший механик, который работал и на Леночфильме, и на Хронике, и где-то еще. Значит, он эту камеру просто до винтика разобрал. Он говорит, ну, ребята, ну что вы хотите? Там винтики, шурупчики из-под молотка. Вот. Ну, вот такие вот, вот мелочи быта киношного, что аппаратура вроде сверхточная, там, с отметкой времени, стабилизация, она из-под молотка собрана. Работая в Институте Лезгофта, значит, там тоже стал больше заниматься фотографией. Там просто фотографическая работа, которая нужна для учебного процесса, еще для каких-то. То есть чисто фотографией занимался. С удовольствием занимался. Просто мне нравилось даже отснять любую пленочку, потом ее напечатать, и чтобы фотография была. То есть появилось ощущение, что глаз уже немножко, как сказать, не замылился, а воспитался, что ли, что появилось ощущение, что ремесло фотография – это тоже очень-очень высокая такая ступень. И сделать с точки зрения ремесла качественную фотографию – это этому надо научиться, это надо уметь. Но вот это вот ощущение появилось тогда, когда стал фотографией заниматься именно вот так, любой. Ну и потом там еще появились возможности столкнуться с такой отраслью фотографии, как выездная фотография. Потому что выездники, школьники, школы, детские сады, потом туристов снимали в разных ситуациях. Эти ребята были очень ушлые, хоть они все официально где-то работали, но они снимали гораздо больше, чем... Ну, для плана надо. Ну, естественно, искали исполнителей. Кто это будет тут же срочно проявлять, печатать. И вот я связался с одной такой компанией. Они меня стали обеспечивать. Сначала черно-белой, потом цветной работой. Это казалось очень-очень, так сказать, доходная статья. Но только надо держать уровень. Как только что-нибудь там. Потому что они очень ревностно относились к тому, как воспринимают их работу вот, в школах, туристы. Потому что если там что-то, какие-то претензии, они просто сразу... Вот. Ну и тут появилась возможность, что-то я вдруг задумался о том, чтобы салют купить. Ну и потом... И как раз вот на это... А, когда я пришел в Институт Лезгофта, там как раз работал Сережа Фалин. И вот там мы с ним познакомились. Ну и разговоры шли не только там по работе, что-то, а вообще о святом искусстве фотографии. Там Сережа всегда был полон каких-то совершенно удивительных планов, там выставки, прочее. И там же я познакомился с Леней Богдановым, потому что они... Вот, ну, такое чисто человеческое общение. Ну, просто я смотрел, что вот это ребята, вот это фотографы, вот это вот. Конечно, но мне как-то это все что-то, ну, совершенно не мое. Ну, 2-3 кадрика сделаю, там Лене покажешь, Лене скажешь, о, нормально. Вот. А так, по большому счету, если вот Сережа Фалин, я помню, первый раз пришел ко мне домой, что-то мы с ним, я ему стал показывать свои фотографии, он говорит, старик,
Я помню там вот какие-то пару фотографий. Ну, как-то он так немножечко изменил тон общения со мной. Вот. А я на них на всех смотрел, как на небожителей таких вот фотографических. Это... Вот. Ну, а потом что-то вот как-то все больше... Ну, особых таких прорывов, когда работал в Лезах-то, не было. Но вот появилось ощущение, что хорошо бы вот как-то вот немножечко все-таки заняться. Не просто фотографией как ремеслом, как каким-то прикладным делом. И что-то там поднакопилось, десятка-полтора таких сюжетов. Ну, что-то там не поворачивается язык назвать высоко художественным. Ну, мало высоко художественное, так скажем. Был такой термин в свое время. Вот. И познакомился. А, как раз Димка мой... Они организовали группу художников «Старый город». Может, кто-то слышал из вас о нем. Там такой Ян Антонышев, Димка Егоровский. Но они распались сейчас, потому что один человек умер, один ушел, то, что называется, в леса, такой Коля Стеблянский, из семьи Мавриных, и кто там еще в этой семье? Маврина и еще кто-то там, Васнецов, по-моему. Ну, такой высоко. И вот эта вот закваска в нем чувствовалась, потому что хоть и не разбираешься в живописи так особо, но уже немножечко... По музеям походил, потому что я обожал ходить по музеям. И помню, что Дурью Маэслова еще в институте свободное расписание, в Эрмитаж. Ну, вот что-то... Ну, неважно. И вот там, значит, они такие ребята молодые, среди них была девочка по имени Лейла. Она заканчивала Академию художеств. Вот. Ну, тоже мы там по вечерам, особенно в институте Лезгов, там, ну, свободно было. В лабораторию вечером приходили, там что-то чаи гоняли. Вот. И она вдруг говорит: Вадим Федорович, а вот у меня папа работает в ГИОПе. И ГИОП сейчас ищет фотографов в штат. Потому что они до этого работали по договорам. Считалось, что ГИОП – это одна из хороших кормушек для фотографов. Там был клан Григорьевых, отец... сын и внук. Ну, как классные фотографы совершенно. Потому что вот фотофиксация, как ее надо делать, именно для архитекторов, для реставраторов и для вот, охраны памятников. Это, конечно, высочайший полет. Шлакан там был, кто-то еще там был, я сейчас уже не помню. И она говорит, давайте я с папой познакомлю. Мы с ним познакомились. И он меня туда в ГИОП в итоге вытянул. Вот в ГИОПе в общей сложности это был какой у нас 89-й год. Значит, я живьем там работал до 8-го года, 2008-го, пока не была первая ампутация. Вот. И до сих пор я что-то контактов не теряю с ним. А там повезло еще. Значит, как раз вот этот Юрий Владимирович Новиков, который меня привел туда, в ГИОП, он разработал концепцию зоны Достоевского. Это вот этот район от канала Грибоедова до какая-то там Казанская, да, по-моему. Да, там Казначейская, Гражданская и потом Третья улица. Вот этот вот квартал, значит, это... Зона Достоевского, во-первых, он там жил, там была редакция одного из его журналов, и там жили все герои преступления и наказания. Вот. И он попросил меня сделать иллюстрации, вот, к этой концепции, с конкретными адресами, что вот в этом доме жил Раскольников, в этом доме жила старуха-проценщица, в этом доме жила Соня Мармеладова. Вот. И я в это дело вцепился, и мне это понравилось самому. Притом он сказал, что просто вот дух. Не надо ничего там каких-то, вот совсем уж конкретно. И у меня что-то получилось. И ее даже был такой журнал «Ленинградская панорама». Ее опубликовали вместе с его концепцией. И вот с этого началось тогда уже такое более-менее. Потому что на основе этого потом ГИОП мне помог сделать выставку в доме архитектора
небольшую, правда, персональную. Ну и потом как-то пошло, но все равно это все было как-то в стороне от той большой, самое, какое слово употребить, тусовки фотографической, что ли. Потому что по-прежнему из фотографов таких я знал только Лёни Богданова, он еще был жив, Сережу Фалина. Ну когда я попал в ГИОП, во-первых, ГИОП для меня это уже была аббревиатура достаточно знакомая, потому что видел какие-то издания, которые там по заказу ГИОПа или еще что-то. Ну, в общем, было ощущение, что это очень серьезная контора, где очень серьезно относятся к фотографии. Вот. И когда я начал смотреть то, что у них хранится в архиве, ну, когда я пришел, там только негативная съемка была, другой съемки не было никакой. Значит, как правило, съемку заказывал какой-то специалист. Или по архитектуре, или по ландшафтам, или по прикладному искусству. Очень часто на съемку они тоже выходили вместе с фотографом. Вот. И какие такие требования основные, как я стал понимать? Допустим, ну, ту же самую биржу возьмем, к примеру. Значит, во-первых, это ракурсы, которые должны показать объем. Это должны быть кадры, которые, в которых фиксируются фасады, такие общие. Желательно более-менее общий план, чтобы это здание, оно вот в среде просматривалось. Что окружает, как согласуется с окружением. Ну и потом какие-то детали, которые, как правило, просят вот специалисты по архитектуре. Потому что они тогда писали так называемые исторические справки. Очень много писали по каждому зданию. С приложением фотографий. Это считался такой официальный документ. Вот на памятник у него есть номер, у него есть название, и к нему есть большой текст, и приложение прилагаются фотографии. Значит, фотографии должны быть хорошего качества, желательно без перспективных искажений. Значит, если съемка идет профессиональной камерой, то профессиональная камера подразумевалась, это раскладушка, когда можно самое, есть меха, и можно было их при съемке исправить. Очень желательно большой формат. Если не 9 на 12, то хотя бы средний формат. Хорошего качества, чтобы там все-все абсолютно читалось. Очень желательно, чтобы момент съемки был по свету выбран грамотно. Чтобы не было засветов, глубоких теней, чтобы рельеф читался. То есть, ну, максимально вот сохранить информацию и в то же время... Ну, вот какая-то фотографическая чистота, от слова «чисто». Это вот такое ремесло. И кроме того, вот когда григорьевские фотофиксации сейчас часто смотришь, вот я недавно сканировал, тогда еще горящая пленка была, их негативы. Значит, вот даже в том, как они обработаны, как они сохранились, как вот точки выбраны. Такой пустячок, но это потом все фотографы этим владеют, обязательно, если много неба пустого, веточку в кадр, вплоть до того, что с соседнего кустика обломить ее в кадр, вставить. Они какие-то у них вот и композиционно законченные, и с точки зрения техники они какие-то обаяния. То есть их, кажется, ничего особенного, но их хочется рассматривать. Вот в чем там секрет? Вот это вот такая фотофиксация. Этим владели. Там был еще такой Шлакан. Очень много снимал для них. Но Шлакан, он в основном сотрудничал с Авророй.
снимал для них архитектуру и парки. Вот. И потом Трубский снимал много очень для Геопа с напарником, с Пашей Демидовым. Вот. Эти ребята снимали в основном, допустим, на средний формат, но они увеличитель переделали так, что в процессе печати, есть же приемчики, что можно в процессе фотопечати перспективное искажение выправить. Вот. Они специальный увеличитель переделали под это дело. Тоже очень-очень хорошая фотофиксация у них. Ну вот я не знаю в чем. То есть первое впечатление, что это с точки зрения ремесла здорово, и с точки зрения, ну, смотрится картинка, но вот никуда от этого не деться. Вот, понимаете, не просто вот шел мимо, увидел, щелкнул, пошел дальше. Вот, вот это вот то, что в хорошей классической фотофиксации. Ну, а потом оказывается, что вот эти, вот, допустим, вот эти горючие негативы, значит, они востребованы до сих пор для реставрации, для каких-то публикаций. Именно вот такого хорошего качества. Они, время над ними, если можно так высокопарно сказать, не властно. Они вне времени, вот такие кадры. Вот это вот настоящая фотофиксация. В чистом виде, только фотофиксация. Вот. Но кроме того, там много еще другой было работы. Самое, реставрацию снимать. Хотя всякие реставрационные конторы, там тоже были фотографы, которые снимали именно процесс реставрации, до, после, в процессе реставрации. Вот. Ну вот, даже не знаю, вот в основном вот сама чистая фотофиксация, по-моему, я изложил то, чем отличается фотофиксация. И я знаю, что многие пробовали делать фотофиксацию для Геопа именно. Но вот проглядывалось, что вот шел мимо, сфотографировал и пошел дальше. Вот это вот. Там вот чувствуется, что человек остановился, выбрал точку, там шаг влево, картинка изменилась, шаг вправо, что-то по-другому. Потом многие фотографы, ну, это самое. Ну, кстати, Антощенков, он, по-моему, до сих пор этим широко пользуется. Но у него были программы, когда он, по-моему, сплошь снимал там какую-нибудь улицу или еще что-то. Допустим, какой-то конкретный, ну, скажем, памятник архитектуры, значит, вот план города, и накладывается сеточка, ну, типа транспортира, что вот по солнцу сюда надо прийти между 4 и 5 часами вечера. В остальное время фасад будет не очень выразительным. Вот такие мелочи тоже имели значение. И мы этим тоже пользовались потом уже широко. Потому что иногда давали гигантские списки, что вот надо этот фасад, и, значит, берешь план, прикладываешь этот транспортирчик, ага, вот на эту улицу, на эту сторону надо там с 3 до 5 там можно что-то снять, а иначе там половина будет в тени. Но это вот такой чисто технический приемчик. Вот. Ну, а чем еще отличается? Я не знаю, чем еще отличается от работы фотографа в другой какой-то части. Значит, с высоких точек очень поздно разрешили снимать, потому что, если мне не изменяет память, только 2 человека имели право снимать с вертолета. И, в общем, так же, как нельзя было мосты целиком в кадр включать. А, я снял купол над Колизеем, там купол, крыша. Значит, а там у меня приятель жил в этом дворе, но у него окно было выше этого купола. И этот кадр, я уж не помню, куда, как, но сам его зарубили, что нельзя. Нельзя выше. Ну, поработать с Кириковым. Кириков, это можно сказать, это было как бы вне Геопа, потому что все его книги по модерну, они к Геопу отношения, в общем-то, не имеют. У него там целая библиотечка, там доходные дома и особняки, очень каждый том. А когда в Геоп пришел Евейн начальником, и одновременно и Кириков тоже вместе тогда пришел с ним. Значит, решили повторить московский опыт и сдать по каждому району отдельный том. Это все очень долго длилось, тянулось.
Значит, очень много туда шло фотографий старых из того, что есть в Эфиопии. Но многое надо было снимать заново. Вот. Это иногда выдавались длиннющие списки, и вот зарядился, и вот с этим транспортерщиком, когда поехать, когда что снимать. Вот. Но это геопуское официальное издание. Там указано, фотографов много, потому что там перечислены все, чьи фотографии в книге использованы. Там достаточно большой список. Как правило, там все Григорьевы, там Трубский, Демидов. Вот. Значит, первые годы там работал со мной Сережа Шмидт. Очень-очень такой интересный человечек. Сережа, значит, решил сделать книгу «Скульптурное убранство Санкт-Петербурга». Он кучу-кучу фрагментов скульптурных и отдельных скульптур отснял. Он все это смог аннотировать как надо. Кто изображен, кто автор, когда, с адресами. Он все это выложил в интернете. Когда я пытался Геопусом сам, говорю, ребята, ну вот Шмидт же сделал такую работу, как-то самое. Нет, вот Сережа, потеря Сережи, это, конечно, для Геопа это был кадр безумно ценный. Но он был с характером. Мужик такой. Вот. Ну а последние годы потом удалось Верещагину, ну там как-то оформить его в других местах, в каких-то. Вот. Ну вот мы с ним много снимали на пару, в том числе и для вот этих вот кирпичей по районам. Вот. Ну а потом неожиданный выход еще от того, что снималось. Это, конечно, юбилей города. Съемок было, заказывалось очень много. Вадим Федорович, надо вот там реставрацию, именно в процессе реставрации, там надо. Потом это губернаторская программа фасады Петербурга. Это надо было пройтись по всем этим, вот, где только можно. Еще затянутой сеткой, с тем, чтобы потом вернуться туда. После. Все это дело ушло в песок, вот так скажем, потихоньку. Потому что оказалось, что на самом деле это особо-то никому и не надо. Показали Валентине Ивановне, что вот мы держим руку на пульсе, мы вот снимаем, тут сюда табличка, губернаторская программа Валентины Ивановны. И вот. А потом такие фотофиксации, они по мелочам возникали то для какого-то отчета, то еще для чего-то. Ну, в общем, проходились по этим фасадам, но как-то это все было не так системно, как желание тогда запечатлеть все, что в сетку заупаковано, чтобы потом к этому вернуться. Вот. Ну и потом, значит, это Евейн с Таратыновой. Тогда Таратынова еще работала в Геопе, у нас она была замом Евейна. Сейчас она в Царском селе главная. Вот, они, значит, каким-то образом отчитываться перед администрацией, значит, как Геоп участвует вот в процессе. Там, на всех памятниках там тоже что работы кипели. Особенно там главный штаб, это самая биржа, колонна наша, в общем, еще какие-то дворцы. Вот, и, значит, они решили, что, во-первых, все, кто занимается реставрацией непосредственно, у них у всех есть фотографы, которые ведут текущую фотосъемку, фотофиксацию. А тут надо как-то по-другому немножечко. Значит, а мы уже пробовали, там начальница в Геопе Юлия Юрьевна, она тоже такая девочка, что, а просто поснимать вот. Вот запустить фотографа и поснимать, что он там наснимает. И это в свободный полет. Вот только объекты есть такие. Вот, Вадим Федорович, там, заведите контакты, поработайте с ней, поснимайте. И таким образом мы сделали... Сколько же мы сделали? Ну, 4 выставки, это точно вот в коридорах Смольного. Большого формата фотографии. Я их, кстати, привез вот в этой папке, вот белые, они сейчас из мастерской их привез. Это дело вставлялось в рамы, и все это вывешивалось в коридоре. То есть там какая-нибудь
нога какого-нибудь воина вся обшарпана, но в процессе реставрации, или что-то еще там, я не знаю, какая-то фактура. Вот такого рода фотографии оказалось, что начальство было то, что евреи Стратеновой довольны, и довольны те, кто повыше что-то. Эти фотографии, вот много мы тогда снимали, я потом посчитал, что где-то порядка 1500 негативов таким образом у меня образовалось. Вот они до сих пор лежат в Геопе. Часть негативов у меня, часть негативов, их надо вернуть в те папки, пакеты, где вот эти памятники. Но у меня, вот, как говорится, говорят, руки не дошли, у меня ноги не дошли до этого. Все это надо как-то вернуть. Потому что там после того, когда закончилась негативная пора, наступила пора цифры, еще в первое время мы чего-то там пытались как-то это все привести в норму, а потом было столько работы, что мы просто ничего не успевали толком сделать. Что-то щелкнули, диск отдали, там уже следующий надо снимать, а надо было бы выбрать, отобрать, написать как следует. Ну, в общем, вот я потихонечку этим делом всем занимаюсь. Какая-то попытка у меня есть сама все это привести в норму, но пока это только еще первые шаги. То есть у меня еще есть чем заняться. Вот. Ну, а потом, значит, в Геопе несколько изданий, когда вот такие чисто художественные, не только реставрационные, но и городские, так скажем, а-ля открыточные кадры. Геоп одно время активно с ЮНЕСКО общался. Они приезжали, они к нам, наши туда к ним ездили. И затеяли какие-то альбомчики такие представительского плана. Вот. И сделали один альбом, сделали это издательство того самого Веснина Сережа, который сейчас, по-моему, при Эрмитаже, он там полиграфическими делами. Вот там надо было поснимать, там половина Савика фотография, половина нашей фотографии. Но это уже такая городская съемка, там, чтобы это все было сделать мне красиво. Почти как открытка. Две последние встречи с ЮНЕСКО они сделали книжки, которые назвали «Про мемория». Дословно, по-моему, на память. Вот, они были изданы на 4 языках, эти книжки. Вот это, где востребованы фотографии, то, что, будучи странником по городу, иногда снимал для себя, там, вот тебе, Господи, Боже мой, там, ну, чуть-чуть, самое непривычно. Все это оказалось востребовано, пригодилось для таких книжек. Потом две книжки были, один 90-летний юбилей Геопа, а вторая была буквально в ноябре месяце, 100 лет Геопа, оказывается, исполнилось. Совершенно неожиданно, оказывается, с 18 года ведет Геоп свое летоисчисление. Вот там тоже всякие разные вот такого рода не прямые фотофиксации, а вот такие какие-то с элементами красивости, художественности. Вот. И это периодически, ну вот начальница сейчас там Володя Верещагин, так сказать, как бы фотографом работает. Юля все время к нему пристает, что Владимир Федорович, он все время что-то где-то там бродит по городу, раз и щелкнет. Посмотрим, что-то понадобилось, пригодилось. Это не... Как это классифицировать? Но все это в архиве, вот у меня, например, все это хранится. Я пытаюсь это как-то там обозвать. Вот. Она все говорит: Вова, ну поснимайте город красиво, нынешний город. Потому что какие-то конференции у них постоянно, какие-то презентации. Старые фотографии, они уже всем надоели. Надо что-то свеженькое. Да, биржи ее там триллион раз снимали, но снимите еще раз, но вот так, чтобы это было вот сегодня снято как-то. Вот, потому что такая работа там, оказывается, тоже нужна, помимо того, что кондовую фотофиксацию сейчас практически никто не делает. Такой вот, как раньше делали. Или если вдруг такая потребность есть, то заказывают на стороне.
с Адмиралтейством, с этой панорамой, значит, это когда я первый раз туда попал, я сразу вспомнил эту питерскую панораму 1861 года. Эти вот о высоких точках, значит, где я побывал еще на высоких точках, кроме Адмиралтейства. Значит, на Исааке Геоб не пускали никогда. Не знаю, пускают ли сейчас. Там какие-то разборки с Министерством культуры. Ну, в общем, не пускали. Сложно, так скажем, да. Потом все хотелось забраться, во-первых, на телевизионную вышку. Там на 200 метров высота. Оказалось, что оттуда нечего снимать. Но вот когда мы там были, или там надо пожить какое-то время, можно выхватить какие-то фрагменты. А вот ощущение, что вот куда ни глянь, это просто вот захватывает дух. Там этого нет. То же самое с Петропавловской крепостью. Только вот на акваторию Невы. Да, действительно, все очень как-то так смотрится красиво там. А вот опять же, чтобы окинуть взглядом, вот, повернуться там. Там такое вообще. То есть мне показалось в итоге, что вот с Адмиралтейства, да, это может быть круговая панорама. Я помню, что я делал буклет по дому Зингера уже после реставрации, но хотелось в шарик попасть. Но там было как-то наглухо это дело закрыто, да. А меня туда просто запустили, никаких сопровождающих, никаких это самого не было. Вот. Но оттуда, с дома Зингера, это точно. Это хороший вид на Казанский собор. Я только в двух объединениях был. Это ИФА, я туда вступил. Значит, и пока я мог ходить, я там участвовал просто в ежегодных выставках отчетных. А второе, значит, это Союз фотохудожников России. Ну, там в основном участие заключалось в чем? А ну, во-первых, они мне дали от Союза, вернее, от Совета по творческим мастерским, они мне дали бумагу, что я, да, имею право, и мой адрес включили в перечень, в городской перечень творческих мастерских. Это был шаг очень важный. Ну и потом каждый год, пока я ходил туда, я участвовал в этих отчетных выставках ежегодных. Вот. Ну и кроме того, там достаточно редко, раз в месяц, а то или же просто общались, как-то так встречались, что-то там, чаек. А потом, вот после того, когда, значит, с Мариной Джигарханян я познакомился на этой выставке «Мифы и действительность», да? Когда она, значит, с легким удивлением посмотрела мои работы и сразу же где-то там полтора десятка фотографий отобрала для этой выставки. Вот. Там же я познакомился с тогдашним председателем Союза фотохудожников питерских. Такой был Александров Анатолий Павлович, роскошный дядька, инженер такой. Оказалось, что у нас немного общего, потому что он был чуть ли не главным военпредом в Ленинграде. А работая вот на таком заводе, где я работал, военпреды – это вообще нечто. Если приемка будет военпредовская, ох, как надо постараться, как вообще, какие последствия могут быть. Это могут вообще весь план месячный к чертовой матери зарубить. Они такие дотошные были, но грамотные мужики, вот черт их знает, не знаю. Оказывается, Анатолий Павлович, он вот из этой породы был. Вот и мы с ним как-то очень хорошо налаживаем. Тут же меня принял в Союз. Вот. Вот, собственно, два таких места, где я как бы... У меня даже есть членские билеты. И тот. Вот, а больше никаких не объединений, ничего. Все это видел, ходил на какие-то выставки, там, смотрел на этих ребят. Вот черт-то, вы, ребята, живут этим, болеют этим, как они красиво снимают. Вот. А единственное, помните, было такое объединение в Ленинград. Там был Плотников, тоже там еще был. А вот из этого объединения я знал, по-моему, Кобозев. Он работал художником на Леннаучфильме. Вот.
когда он стал заниматься фотографией, ну, это был сразу... Ну, это был художник. Чем бы он ни занимался, он сам... Но он был большой прагматик. Кончилось тем, что он стал копировать малых голландцев и сбывать их в Финляндии, там, в Скандинавии. Вот. А потом я не знаю, как и что. Вот. Но он был великий скептик. Он всех подряд нес. Все вообще полное ничтожество. Но интересный был парень. Вот это вот из этой группы я знал. А так больше ни в каких объединениях я не состоял. Это была какая-то юбилейная выставка. Так, теперь надо вспомнить какой-то год. По-моему, 69 или 68. Ну, выставка, как всегда, называлась или «Наш современник», или еще что-то. И тогда вот этот мой приятель Валерка Бульба, он говорит: слушай, дай ты туда штуки три фотографии. Вдруг, и к всеобщему удивлению, значит, вот эта зимняя канавка моя белая, потом вот этот вот сфинкс в инее, еще какая-то, они взяли. Вот, это было такое удивление. Даже за зимнюю канавку, по-моему, какой-то дипломчик дали. Вот. Но как-то после этого... А, там я еще им предложил какие-то фотографии, ну, которые мне казалось, что, может быть, они могут. Потому что предстояла выставка, связанная вот как раз с каким-то юбилеем, то ли революцией, то ли Ленина. Вот. А там эта женщина, секретарь, или как она, когда я забирал фотографии, она говорит: так вот то, что вас не взяли, давайте на эту выставку сунем. Я говорю: так это же совсем пойдет, пойдет. Вот они там были на этой выставке. Две работы, я помню, с этой. Но это совершенно без всяких последствий как-то. Вот. Но я вообще самое, уже давно перестал следить, где. Вот кроме того, вот Марина Джигарханян меня в итоге свела с Александром. Ну, друзья гордились. Ну что, Вадюша, вот и как, вот и как. Ну, друзья у меня были такие, самые, тоже в основном военнеховские. Все мы хохмачи, все мы воспринимали так, как надо воспринимать. Помните, в Строгановском. Вот. Я в каталог тогда не попал этой выставке, но на саму выставку они у меня взяли 6 работ. За границей. В каких-то коллекциях я знаю только, что один оператор с BBC пару работ моих в свое время купил. Вот эти вот Мацур Медиа, которые между Соней и мной были, у них много моих работ. А, с портретами. Да, вот эти мне почему-то... Я сам не знаю, почему мне хотелось это делать. Особенно, когда я в Лезгов-то работал. Вот. Когда немножко я там в коллектив вошел, ну, познакомился, оказалось, что там масса интереснейших людей. Масса просто. На кафедре спортивной медицины, потом просто бывшие действующие спортсмены, тренеры. Самое потрясение, конечно, это там есть незатейливый портрет, я уже всем рассказываю об этом, это Куприянов Ярослав Владимирович, инженер по гидросооружениям, который, работая, сидя на вахте, читал какую-то партитуру. Он ее читал, он слушал музыку. Ну, это же уникальный человек. И мне не важно, как он выглядит композиционно, потому что для меня вот это вот, это личность. Если не хотите его воспринять, ну, не воспринимайте. То есть там, вот в этих портретах, там много личного, это точно. А там, допустим, доктор медицины, это Шапкаец Юрий Минеевич, это рафинированный интеллигент питерский. Как он одевался, как он себя держал, как он самое... Он доктор медицины, там, пульмонолог, по-моему. Но он, перед этим он успел консерваторию закончить. Ну, такие они, с ним общаться было, это одно удовольствие и в то же время какое-то напряжение. Потому что чувствуешь, что если ты что-нибудь ляпнешь или как-то не так себя поведешь, у него это будет сразу, вот,
он как-то на это очень-очень остро реагирует. Вот с такими людьми. Это воспитание всю жизнь такое вот идет, общение с такими людьми. Вот, кто там еще был? А, Шатков, Геннадий Шатков, это вообще человек трагической судьбы, которого, в общем-то, Кассиус Клей ему подсуропил, потому что именно после боя с ним он, по-моему, я уж не помню, где он ему проиграл серьезно, но потом очень быстро у него появились вот эти всякие мозговые вещи. Вот. А в общении человек деликатнейший, умница. И вот есть такие, знаете, такая порода людей, когда они, находясь с вами, они испытывают неудобство. Они просто боятся доставить своим присутствием какую-то вот неловкость присутствующим, чего-нибудь как-то не так. Они не то, что в глаза заглядывают, они вот какая-то деликатность такая вот внутренняя. Ну, Шатков, он и до того, и когда он боксом занимался, он тоже был, по-моему, очень серьезный какой-то человек. То, что много там были попытки какие-то с этими самыми, с фотомоделями работать, но это все очень быстро прошло, и это абсолютно оказалось не мое. Вот. А по-настоящему с портретами это мне повезло. Это когда в 95-м году мой хороший приятель, у которого девушка занималась классической музыкой, квартет Санкт-Петербург такой был, значит, они сотрудничали с фирмой Sony Classical, писали диски. Вот. Они искали фотографа для того, чтобы снимать музыкантов. Он меня с ними познакомил. И они в меня, то, что называется, вцепились. Я много для них снимал слайдов, много черно-белых. К сожалению, они все, что им нравилось, значит, было условие, что они забирают все исходники, слайды и негативы. Но кое-какие отпечатки у меня сохранились. И вот эти отпечатки как раз они у меня там альбомы. Это было, конечно, упоение с этими людьми общаться. Во-первых, музыканты – это великие хохмачи все. Если это нормальный человек, без всяких комплексов, там, вот, это просто там попасть им на язычок, это просто они могут так тебя преподнести. Самое главное, что на них невозможно обидеться. Потому что в первую очередь они над собой глумятся просто. Вот. Но это если ребята, вот, как сказать, одного круга, они вот знают хорошо друг друга. Вот. Другие, очень интересен Баснер оказался. С ним я просто очень мало общался. Значит, ну тоже, как он себя представил, говорит, ну что вы, говорит, меня там, я старый, мудрый еврей. Такой дядька был. А говорит, на фортепиано, ну что я на фортепиано? Я, может, на скрипочке что-нибудь сыграю? Ну такой вот дядька. То есть вот несколько часов, которые с ним общался, остается потом на всю жизнь. Вот ощущение теплоты. Больше всех, конечно, это Саули Сандескис, это дирижер с мировым именем. Абсолютно доступный человек. Абсолютно без всяких понтов, без всего. Интеллигентнейший, тончайший, деликатнейший. С ним мы много очень общались, я много их снимал. И первый компакт-диск с его оркестром, вот как раз я для них делал обложку. Это то же самое, что любовь цена к минимализму в изображении. Потому что цвет он привносит что-то туда помимо вот сути, а самая суть-то она вот в черно-белом. Вот у меня такое впечатление. Иногда цвет просто мешает даже вот мне лично. Нет, тут отвечает только черно-белое, конечно. Хотя цвет тоже, во-первых, он быстро балует тебя. Вот тебе какая картиночка, цветастенькая, веселенькая. Вот. И потом сплошь и рядом многие цветные, если их переводят в черно-белые, вроде черно-белые ничего, и цветная ничего.
это вот сразу первый признак того, что, значит, что-то тут не состоялось, тут что-то не получилось. Вот. Нет, ну, а потом, может быть, просто, ну, как сказать, ну, врожденный дефект такой вот фотографической психики или чего, что вот начинал с черно-белого, и хочется на черно-белом закончить. Вот это такой вот. Хотя цвет. Но по-настоящему цвет до сих пор меня как-то меньше все-таки радует, восхищает. Если помните, когда же это было? Очень давно, по-моему, была выставка, по-моему, Интерпресс-фото привозили сюда большую выставку. Очень давно это было. И там были северные пейзажи, цветные, одного, по-моему, голландского фотографа. Айсберги, снега, лед, вода, цветные. Но это было просто не отвести глаз. И вот когда о цвете я что-нибудь начинаю думать, можно сейчас так снять? Или вот, или все, вот тогда это так меня впечатлило на всю жизнь, что для меня это вот вершина цветной фотографии. Хотя там было много цветных тогда, когда... А, ну, я не помню, ажиотаж же был, по-моему, большой вокруг этих выставок. И, кстати, богатство вот какого-то от белого до... Ну, вот наш даже финский лед, когда вы выходите иногда, он только-то, он на просвет. Он такой зеленовато-голубовато какой-то такой вот. Морская вода. Вот. Это чуть-чуть похоже вот на тот цвет льда, который вот мне запомнился на всю жизнь с той фотографией.